подписчики, возникла необходимость снять вот эту приблуду. Стойку для крепления двигателя ВМ. Просто в одном из видео, когда мы делали обзор нашего червячника, попал вот в кадр приспособления. И люди заинтересовались. Размер. Ну, размер сделан произвольно. Главное выдержать высоту 80, чтобы здесь поместилась какая-то бочка или что-то такое, чтобы использовать не только для хранения двигателя, но и там, как проверки. Длина вот этих вот нижних стоечек 60. Вперед немножечко побольше надо взять, чтобы стойку, которая идет вверх, не завалила сюда крепление двигателя. 45. Вот эту я сделал широкую, какая была фонарь, такую прикрутил. Здесь достаточно будет 14-16 сантиметров. Все в сантиметрах. Ну и распосинки поставить. Градусы здесь произвольные. 50 длиной взял. На середину она вышла и нормально. Желательно поставить тут трещинку, чтобы он жестко стоял. Дощечка так. Для красоты. Сделано это приспособление без сварки на болтиках. По болтику везде, в уголках нижняя, вот это как она несущая, здесь два болтика, шестерочки. Вот и все, такая приблуда получилась. Размер уголка, уголок 30, 25 мне показался маловато. Опорная стоечка 40-го, да, опорная 40-го. Без сварки, безо всяких, на болтиках. Все жестко, крепко, уже пробовал. Мотор на нем обкатали. Вот, кому интересно, пожалуйста. Все, пока. До встречи на рыбалке.